турнире было сыграно 18 матчей с участием 12 команд. С каждым годом уровень их подготовки только растет. Спортсмены, их было больше 90, стремились проявить свои лучшие качества. За каждый мяч дети боролись как профессионалы. Мы готовились долгое время к соревнованиям. Команда очень сильно готовилась, и сплоченность двух команд был очень восхитительный. 6-й год тренируюсь. Футбол мне очень нравится, потому что игра это командная и очень интересно. Наша была цель занять первое место, и мы ее выполнили. Турнир он создается для того, чтобы играть с командами, которые просто играть. Мы были сплочены, но мы понимали друг другу. Мы очень хорошо держались, так что могу сказать, что мы прям отличная команда. В итоге места распределились следующим образом. В младшей группе первыми стали ребята из первой школы. В средней возрастной категории лучшей стала команда 4-й школы. В старшей группе первое место у спортсменов из 3-й школы. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.